Привет, зритель! Шторка из фикс-прайса за 55 рублей по просьбе трудящихся. Тут кот решил сходить в сортир, если вдруг какие-то звуки. Длинная, хорошая. Единственный минус, вот здесь вот эти вот дырочки надо было пальцем продырявливать. Они как бы нарисованы были, но не продырявленные. И у каждой вот... У меня-то хотя бы они на полке висят, а там, ну, может, такая попалась просто. Там колечки все были полноценные, там их надо было бы простричь этот кусочек, чтобы и на них что-то повесить. Но у меня они сейчас уже убраны. Ну, короче, я думаю, что это может быть просто такой брак был. Но так как это у меня первая шторка за 55 рублей, я ничего сказать не могу, но материал неплохой. Ничем не хуже той, которую я покупала за 100 с чем-то из Ашана. Такая слегка шершавенькая с одной стороны, вот где там рука. И кажется вроде как светлее, но на самом деле, в принципе, рисунок с двух сторон. Вот здесь гладенькая, это вот лицевая, наверное, сторона. Так что вот хорошая вполне себе шторка, бюджетненькая. Сколько уж проживет, не знаю. Но с другой стороны, за 55 рублей, если проживет месяц, то и ладно. Всем пока!